Всем доброго времени суток! Вас приветствует интернет-магазин ВК-комплект. В сегодняшнем видеообзоре у нас осевые вентиляторы торговой марки Vents, серия Vents OV и Vents OVK. Как вы уже успели заметить, серия Vents OV от OVK отличается лишь формой крепежной пластины. У OV она квадратная, у OVK она круглая. Вентиляторы серии Vents OV и OVK бывают от 200 до 630 диаметра. Разница будет также в энергопотреблении и максимальном расходе воздуха. Подобрать вам помогут специалисты компании OVK Комплект. И помните, самые выгодные условия приобретения осевых вентиляторов Vents, как и другой продукции, только в OVK Комплект. Объясню почему. Приобретая осевой вентилятор Vents OV или OVK любого диаметра, вы получаете в подарок регулятор скорости Vents RS1300 для того, чтобы плавно регулировать обороты вентилятора. Осевые вентиляторы устанавливаются на стену для организации вытяжки отработанного воздуха в помещениях промышленного назначения, в сельскохозяйственной отрасли, в птичниках, свинарниках, а также на балконах, в самодельных маленьких фермах. Осевые вентиляторы Vents OV бывают как однофазные, так и трехфазные для применения в промышленности и в домашнем быту. Данные вентиляторы у нас однофазные и работают они только в одном направлении. То есть никакого реверса вентилятор не дает. Давайте поочередно включим каждый вентилятор, вы послушайте, как он работает, а также мы проведем замер энергопотребления каждого из этих вентиляторов. Для подключения вентилятора вам понадобится всего лишь вот такая вот одна отверточка с крестообразной и плоской насадкой, которую вы получите в подарок вместе с данным вентилятором, а также фирменную ручку от компании OVK Комплект. Ну и провод, само собой, вам необходим, но в комплекте он не идет. Есть инструкция, как его подключать. Это очень просто, банально. Не будем повторяться, было уже видео, посмотрите. Первым будет Vents OV2E250. Здесь будет показываться реальное его энергопотребление. Теперь давайте включим Vents 2OV2E200. Потребление смотрим. Включим Vents OVK 2E300. OV2E300 такой же самый вентилятор, только с другой рамкой. Поэтому звучать и уровень шума у них будет одинаковый. Если вам понравился какой-то из данных вентиляторов или другой вентилятор серии Vents OV или OVK до 630 диаметра, то самые выгодные условия приобретения только у компании OVK Комплект. Ведь лидер делает больше. Мы можем подарить вам либо же регулятор скорости Vents RS1300 в подарок. Отверточку вы получите в любом случае в подарок при приобретении данных вентиляторов. Либо же вы можете попросить скидку по телефону у наших менеджеров и не забыв указать секретное слово YouTube. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!